замужем. А у меня есть такое. У меня стоит этот. Типа. Если пишут это слово, то сообщение не проходит. Замужем, там что-то. У меня, короче, когда-то давно ставил еще модератор. Чтобы не писали. Я поняла. Замужем хреново, конечно. Это грустно. Грустно любить замужнюю. У меня все хорошо в семье. Если все хорошо, то не трожь там ничего. Мой тебе совет. Не лезь в это все. Нет. Плохо там. Оу, thank you. На смену она не пойдет. Ну, хорошая девушка. Я сюда пропадет, ты хочешь себе комнату. Надо найти нормальную девушку, а не вот так, что она в браке. Когда будет свободно, тогда что-то можно думать, а так что? Какие крепости брали? Это знак зодиака, господи, это от человека зависит. Я близнец, что? Вот что вы можете сказать, что я как-то гулящая, ветреная? Нет, я тоже слишком правильная, я тоже слишком верная. Так что это от человека зависит, причем тут знак зодиака. Доброе утро. Ко мне на данном этапе подкатывали несколько парней женатых. Я никогда не уведу человека из семьи там, и не сделаю так, чтобы что-то там у них случилось по моей вине. Человек свободный, тогда о чем-то можно разговаривать. Ну, просто, может быть, просто разговаривать. От человека зависит. То же самое, что я была в браке, и ко мне подкатывали свободно и говорили, типа, муж, это же не стена, подвинется, ага. Такое, типа, было.
9 октября развод. Да я помню, что в октябре. Я про девушку. Она же не планирует разводиться. Ну, либо просто пока что это в голове, а не так, что уже на развод подали.